Всім привіт! Це молодіжна програма Next і я її ведуча Марина Сільченко. Соцмережі заполонили світ, а однією з найпопулярніших у нашій країні є Instagram. Фоловери, лайки, рекламодавці – це приваблює мільйони людей. Проте, як і у будь-якій діяльності, усюди є свої тонкощі. Секретами, як розкрутити свій інстаблог та вирізнитись поміж тисячі однакових аккаунтів, поділяться наші гості. Давайте знайомитись. Привіт, дівчатка, розкажіть трошки про себе. Привіт. Ты? Давай, или я сначала. Меня зовут Юля. У меня есть блог мой JJ Julia JM. А меня зовут Карина. У меня блог Кари Шу. Вот. Чему взагалі вы вырешили этим заниматься? Ну, я решила этим заниматься спонтанно. Я ездила в модельные поездки, у меня было много фотографий, я их выкладывала, и потом внезапно решила, что, наверное, моим читателям было бы интересно узнать о том, как все это происходит в модельном бизнесе. Круто! Я всегда восхищалась Катей Сачи. Мне так хотелось тоже брать у кого-то интервью, быть на разных мероприятиях. И потом я решила, почему ждать удачного момента, если можно вот делать это здесь и сейчас, то, что тебе нравится. Поэтому я начала ходить на разные мероприятия, выставки, какие-то, не знаю, спортивные мероприятия. И я снимала, научилась монтировать, начала размещать, и людям стало интересно смотреть, что бывает у нас в городе Кривой Рог. И так у меня появились подписчики, они постоянно растут, растут, растут. А сколько на данный момент? У меня 10,5. Так, я не могу похвастаться такой баснословной цифрой, у меня 1500, но они постоянно динамично добавляются. И еще говорят, что очень классно, надо смотреть на количество подписчиков и количество лайков. Да. Если у вас, к примеру, да, 5000 подписчиков, но реально там 15 лайков, понятно, что они какие-то накрученные и там, ну, не совсем true картина. А у меня как бы нормальное сочетание, поэтому я своей аудиторией довольна, меня люди смотрят, и я такая, спасибо всем моим подписчикам. У меня получается чуть больше 10, но я вот периодически чищу, потому что есть боты, да, у меня изначально было чуть больше 14 или 15, но боты, их нужно периодически удалять, поэтому вот сокращаю, я бы такая, чтобы сократить, да, до 10 даже тысяч, потому что это более такая качественная аудитория, больше лучше гнаться не за цифрой, вот, а именно за качеством. Я всегда думала, что ты была за границей, поэтому у тебя очень много людей из-за границы. Да, еще разных там арабов. Китай. Я в Китае не была. А, нет? Нет. Чему вы вчите своими блогами? Ну, чему? Я скорее рассказываю про путешествия, это первое. Я рассказываю о том, какие есть лайфхаки в путешествиях, какие страны посещала и делюсь определенными советами. Дальше фотография, я говорю о том, как я фотографирую, где-то делюсь в этом плане. Наверное, всеми своими сферами деятельности, потому что я фотограф, визажист, директор модельного агентства, потом я, ну, блогер, это понятно, путешественник и еще веган. И вот в своем блоге я рассказываю то о том, то о том, то о том, но я не очень много пишу тексты, вот, скорее людям просто нравится наблюдать за моей жизнью и видеть картинки, видео и все тому подобное. Сейчас в Инстаграме сложилась такая ситуация, где каждый человек может вот быть вещателем, вещать о своей жизни. И если кто-то с кем-то резонирует, то люди смотрят человека просто потому, что он интересен. Вот кому интересно фоточки, обязательно смотрят фоточки. Кому интересно какие-то спортивные мероприятия, спортивные мероприятия. Сейчас это очень легко. Это как раньше находили друзей по интересам, типа вместе ходили на танцы, или там вместе ходили в какой-то музыкальный кружок. То сейчас своего человека по интересам можно найти в интернете. Кто-то прочитал такую же книгу или повосхищался таким же фильмом, и хоп, и люди объединяются и так далее. Поэтому очень легко сейчас в интернете найти друзей по интересам. А мне Инстаграм вообще напоминает дневник. Да. Раньше я в дневник записывала, как у меня там прошел день, какие-то свои мысли. Сейчас я это делаю в Инстаграм. Раньше были еще дневники, когда мы писали там мой любимый цвет, там мой топ там подружек. Да, первое кохание. Да. Вот точно также я пишу у себя в блоге, например, мой топ-табу во внешнем виде, мой там любимый тоже, там, грубо говоря, цвет и все тому подобное. То есть для меня это как определенная какая-то анкета, которую я заполняю, которую я спустя некоторое время надеюсь, что буду перелистывать и перечитывать, если Инстаграм не умрет. Вот мне нравится мысль Карины. Ты, это как твоя действительно анкета, визитная карточка. Ты делишься то, что есть в твоей жизни. Если у тебя жизнь интересная, то, конечно, есть чем поделиться. Например, там, ты бегаешь, или у тебя есть кошка,
кошка, ты выгуливаешь собаку, или ты увлекаешься каким-то, или освоила что-то новое, не умела играть на пианино, а тут играешь, и ты этим делишься. И поэтому люди за этим наблюдают, и ты можешь даже чем-то вдохновлять кого-то, и, ну, как бы, это как друзья, виртуальные друзья. Ну да. Дуже цікаво. А важко тримати таку аудиторію активною завжди? Да, конечно, сложно, потому что постоянно регулярность постов. И то я слежу о том, что вроде бы выкладываю, если раз в 3 дня, то сначала мало лайков, потом больше лайков. Если каждый день выкладываю, опять иногда меня это беспокоит, потому что я думаю, то, что дело во мне, но на самом деле вот и Инстаграм где-то моменты определенные чуть-чуть портит, где-то меньше показов. И, конечно же, если ты начинаешь этим заниматься, то у тебя еще плюс один пунктик, который тебя беспокоит немножко. Думаешь, там, может быть, я какой-то бред вообще пишу, это никому не интересно, зачем я тогда это делаю и все тому подобное. Мне кажется, что все зависит от твоего ритма жизни. Вот как ты живешь, ты так и делишься. Ну, например, есть люди, которые действительно там высчитывают активные часы, дни. Ну, у меня немножечко не так. У меня вот и... как, насколько у меня там бывают какие-то инфоповоды, интересные события, я по мере событий ими делюсь. Ну вот есть такой момент, да, как Карина сказала, я когда-то поехала на море, там был плохой интернет, и я подумала, ну ладно, значит, я наслаждаюсь просто морем, загораю на пляже, и вот я приехала, мне говорят, Юль, ты выпала, тебя как будто нет, все, если ты не размещаешь что-то в интернете, то все, как будто тебя не существует. Ну тут и свои плюсы, и минусы, надо понимать, где заигрываться, а где не заигрываться. Все-таки это виртуальная жизнь, как виртуальная игра. Да. И надо помнить, где ты, не терять себя. Ось ви казали, що деякі люди навіть виміряють часи, дні. Що ви для цього робите? Які секрети ви використовуєте? Я выкладываю фотографии в основном просто вечером. И, в принципе, если по времени все... Также я стараюсь делать просто качественные фотографии. У меня есть определенный стиль моего профиля, да, там определенные рамочки, все подобное. Я практически каждая фотография, я над ней работаю, да, я делаю рамку, я ее обрабатываю, при том, что она у меня выглядит довольно-таки натуральной, но тем не менее я слежу за тем, чтобы все-таки контент был качественным. Вот. Если же это, например, истории, я стараюсь сильно много их не постить, потому что их неинтересно будет смотреть людям. В основном в историях я делаю ссылки на 5 остальных своих аккаунтов. Да, поэтому вот я веду одновременно 5 аккаунтов, и поэтому, конечно же, в Инстаграме провожу много времени и понимаю, в какое время мои подписчики более активны, и это в основном вечер. Не рекомендую постить фотографии, разве что в вечер воскресенья, потому что это день, который люди проводят в кругу семьи, они готовятся к следующей рабочей неделе. А в принципе все остальные дни в большей или меньшей мере довольно-таки актуальны и благоприятны. Ну да, я тоже так думаю, что активность задается ритмом жизни. Все понимают, что кто-то перед сном листает телефон, кто-то утром. И зная такой ритм свой, даже когда я листаю Инстаграм, я под этот ритм подстраиваюсь и понимаю, что если я фоточку вечером размещу, то вероятность велика, что ее вечером посмотрят или утром, перед тем, как в школу собираться, не знаю, на работу, в институт и так далее. Ну и да, все зависит от бизнеса. Вот у Карины фоточки, да? А, например, у меня мероприятие. Если, к примеру, там в какой-то клуб приехала какая-то звезда или прошло какое-то, например, спортивное мероприятие, то, конечно, именно в этот день людям будет интересно посмотреть, как же все прошло. Поэтому стараюсь именно в этот день быстренько размещать, чтобы люди посмотрели, почитали. А вы пишете какие-то хэштеги, можливо, сонячный ранок, який гарний пейзаж, чтобы люди вас шукали? Я на самом деле не пишу абсолютно хэштегов, и я не люблю их писать. Иногда, может быть, я где-то один хэштег и поставлю, что-то на меня найдет, например, с какой-то страны, потому что я понимаю, что вот я, например, искала, да, в Инстаграме какие-то лайфхаки, там вот мы были недавно в Будапеште, я писала там «Будапешт гид» или «Будапешт лайфхак», и я практически ничего не находила. В итоге я написала сама и решила о том, что таким образом люди смогут найти. Но писать лайфхак там модель или лайфхак фотограф – просто меня не найдут, и я даже по таким хэштегам никого не ищу в Инстаграме. То есть те хэштеги, которые довольно-таки персонализированные, и действительно люди могут нести какую-то информацию, по каким могут искать, можно написать. Но в целом я против огромного количества хэштегов.
Ну, есть такое золотое правило нравственности. Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Я иногда этим правилом пользуюсь. То есть я иногда думаю, как бы мне хотелось о ком-то узнать. Вот именно так я и размещаю. Очень часто бывает просто фотография где-то, например, в кино с попкорном, и ничего не написано. И начинают в комментариях: ой, а где ты была? А с кем ты? А на какой фильм ходила? Ну, может, если кому-то, кого-то льстит такое количество вопросов, то да, это сработало. Но чаще всего можно же просто написать: я там-то, там-то, была там-то, потрясающий фильм, смотрите, рекомендую. То есть максимально понятно. А то очень часто размещают фотографию, для интриги, для мальчиков, девочки, для мальчиков, для интриги можно все, что хочешь размещать. Но если вы действительно как общаетесь с аудиторией, то лучше писать максимально понятно. Вот я там-то, или вот когда, летом на море тоже все размещали, вроде вода, и ты не поймешь, где это. Ну вот где. А для того, чтобы дізнатись більше про історію Інстаграму, ми звернемось до нашої постійної рубрики «Кеп». Інстаграм являється найпопулярнішою соціальною мережею сьогодення. Це соціальна мережа, що базується на обміні фотографіями, дозволяє користувачам робити знімки, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і низку інших соціальних мереж. Є одним із найпопулярніших сервісів у мистецтві – iPhone-фотографії. Інстаграм робить фотографії в квадратній формі, як камери Kodak і Polaroid. Розробка Інстаграм велася Кевіном Систроном разом з Майклом Крігером. Вони вирішили переорієнтувати свій проєкт Burn на мобільні фотографії. Додаток з'явився в магазині App Store компанії Apple 6 жовтня 2010 року. У червні 2018 було запущено IGTV, завдяки якому ми можемо завантажувати відео тривалістю до години, і кожна сторінка користувача є каналом. З поверненням. Дівчатка, я хотіла спитати, що взагалі вам дає блог? А мне блог дает клиентов, потому как я уже сказала, я веду блог только для того, чтобы определенным образом быть на слуху, чтобы мои подписчики постепенно понимали, как я работаю, как я это делаю, и приходили ко мне как клиенты, либо как фотографу, либо как визажисту, либо как директору модельного агентства. То есть мне это дает клиентов, узнаваемость и определенную работу, и, конечно же, деньги. А починала ты, напевно, с чего-то иного. Для чего ты это начинала? Для чего я начала вести блог? Так. Как я уже сказала, для того, чтобы как раз привлекать к себе внимание и, собственно, таким образом зарабатывать. Я никогда не думала о том, что я вот буду зарабатывать на рекламе. Хотя это сейчас, конечно же, есть определенным образом. Я это очень аккуратненько делаю, не всю рекламу беру. Но я никогда не думала о том, что вот я, например, там ничего не буду делать, буду вести свой блог и зарабатывать деньги на том, что я вот такая вот красивая модель, вот дайте мне сумку, я с ней сфотографируюсь, подпишу и заработаю деньги. Нет, я так никогда не делала. Для меня есть работа, а Инстаграм — это как определенная, рекламная площадка. Если бы я бы не работала, я бы даже не сидела в Инстаграме. Что там постить? На тебя неинтересно смотреть, и вообще для чего это? То есть блогинг, он должен быть разумным. Нужно что-то уметь делать, и это рассказывать в своем блоге. Иначе ты просто перестанешь быть интересной, и на тебя будут подписаны только дети 10 лет. А ты с чего начинала? Нельзя просто там накрасить губы, сфотографироваться и думать, что ты делаешь какую-то пользу. Надо быть самому интересной личностью, развиваться, что-то делать, найти свое какое-то по душе, дело по душе. И тогда ты этим делишься и можешь, например, кому-то помочь тоже прийти к успеху. Например, начал играть на гитаре, ребята, а я научился на гитаре играть вот по вот этой книге или там какие-то рекомендации. Тогда ты будешь интересный. Но если ты сам ничем не занимаешься, и у тебя как бы жизнь пустая, то и никто тебя не будет смотреть. Смотрят на тех людей, которые вот они сами личности, они что-то интересное сделали, чего-то достигли. И тогда это служит как вдохновением для других. Взагалі, коли ти починала, ти це робила чисто для себе, чи ти хотіла в майбутньому з цим працювати? Вначале я понимала, что я мечтаю быть, например, ведущей или журналистом, или там, репортером, который ходит на какие-то мероприятия. Но я не понимала, умею я или не умею. А научиться можно вот так. У тебя есть телефон, у тебя есть желание, вот улица, иди и учись. Поэтому я начинала ради того, чтобы поучиться самой. До цього ти була звичайною дівчинкою? Да.
Ти працювала в офісі, напевно, а потім тобі це набридло. Да, был такой момент, когда, вот знаете, очень важно, ребята, очень важно понимать, чем вы хотите заниматься по жизни. У меня так получилось, что я не совсем в себе разобралась. Я пошла на банковское дело. Это, ну, то есть, вот как-то я себя не поняла, что я вообще творческая, а пошла в такую монотонную, скучную работу. Я не говорю, что все бросайте монотонную работу и все бегом хватайте гитары и играйте. Просто главное понять, что тебе по душе. Но, тем не менее, нужно понимать о том, что не то, чтобы я не буду работать на обычной работе, мне не нужно учиться в школе, я потом все равно не хочу работать в офисе, я пойду блоги снимать. Все равно как бы это важно понимать, то, что блоги нужно снимать на чем-то, нужно что-то уметь и что-то делать. Тобто ви все ж таки рекомендуєте спочатку завершити, можливо, вищий вуз, а вже потім іти впевнено до інстаблогу? Ні, я би не хотіла так сказати, вищий закінчувати чи не закінчувати. Можна бути цікавою личністю, щось вміти знати, ще коли ти вчишся хоч і в 5 класі, і в 6, і в 7, і навіть в 1 класі. Можна вже тоді вести блог, але при цьому добре вчитися і при цьому розвиватися, саморозвиватися, щось нове узнавати і нести це в свій блог. Я вважаю, одним із найважливіших критеріїв в Інстаграмі – це є саме фото та його редагування. Як ви робите фото? Ой, я, во-первых, я делаю фотографию обязательно в хорошем освещении. Я очень обращаю внимание на стиль, того, что, в чем я одета и что будет за мной. Очень хорошо, когда есть какие-то цветовые акценты, например. Там вот я в красном пиджаке, и что-то на фоне меня, здесь ничего нет красного. Но представим, что здесь что-то есть красное, и уже есть определенный какой-то цветовой баланс. Вот, то есть я обращаю внимание на это. Либо, например, зеленая стена и красный пиджак, тоже очень красивые сочетания цвета. Следующее, на что я обращаю внимание, как я уже сказала, на свет. Не рекомендуется фотографировать в темноте, снимок все равно будет плохой. Если фотографирую в темноте, я это делаю через приложение Huge, называется. Очень классное приложение, я его очень рекомендую. Снимки становятся такими какими-то ретро, интересными. Вот. И обрабатываю фотографии в приложении Snapseed и Photoshop Fix. Photoshop Fix это вообще моя любовная любовь. Ну и в принципе на этом все. У меня акцент больше не на фотографии, а на видео. То, конечно же, когда я снимаю видео, я обращаю внимание, что сзади есть, что попадает в кадр. Ну, грубо говоря, если какой-то пакетик или какая-то там какой-то человек идет, он тебе мешает в кадр. То есть надо красивый ракурс искать. Конечно, чтобы на тебя правильно свет падал, вот правильно Карина говорит. Поэтому надо обращать внимание, и да, и тут важно чувство вкуса, просто чувство вкуса. Если вы делаете, вам нравится, все окей, вы все правильно делаете. Да. А які обов'язкові моменти у вас є в редагуванні фото? Можливо, це контраст або різкість? А, я забула ще сказати, я дуже люблю приложення Lightroom. Вот, і да, вот там вот я добавляю дуже багато різкості. У мене фотографія завжди, вона прямо перешарп, як говорять фотографи, дуже-дуже різко, тому що Instagram, він з'їдає немного качества. Вот, і для того, щоб фотографія була доволі-таки качественной, в Instagram я не смазана, нужно добавлять дуже багато різкості. Ну і далі, скоріше всього, це більш світлий знімок, контрастний доволі. Таки, да, вот, наверное, это контраст, яркость, но в первую очередь это резкость. Ну, смотрите, у Карины профессиональные фотографии. Их можно вообще вот так брать и в журнал печатать. Да, вот, ну, просто у нее деятельность такая. Я обыкновенная девочка. Я просто вот себя фотографирую. У меня хорошая камера на телефоне, на айфоне. И мне достаточно иногда фильтров Инстаграма. А зараз наша рубрика «My Positions». Давайте послушаем думки старшеклассников щодо популярности в Инстаграме. Я считаю, это хорошая сеть. В ней можно узнать личность человека, то, что у него происходит внутри. Почему? Ни один человек не может жить без соцсетей в нашем мире. Какую-то информацию, которую мы можем выставить в соцсетях, мы, может, не можем сказать напрямую человеку. Будем откровенны, большинство людей, сидящих в Инстаграме, вылаживают откровенно ненужные информации, ненужные фотографии. И как бы не востребован Инстаграм, конечно, полностью. Ну, среди молодежи он популярен, среди старшего поколения как бы он вызывает большое негодование. Я скажу так, Инстаграм это хорошая сеть, она более популярна, чем те же Одноклассники, ВК и Фейсбук. Для меня каждая соцсеть означает что-то по-своему. В любой соцсети можно общаться с человеком. Я считаю, что Инстаграм это очень хорошая сеть, в ней можно найти много
известных людей, узнать о них много интересного, увидеть, как они живут, что, чем занимаются, что делают. Инстаграм – это такая социальная сеть, в которой люди пытаются похвастаться своей жизнью. И чаще всего они просто выставляют какой-либо контент, чтобы просто как бы показать людям и своим подписчикам, что они якобы очень хорошо живут. З поверненням, а що важливіше, фото чи текст? Ну, я думаю, то, что и фотография, и текст. Потому что если будет фотография некачественная, она не привлечет к себе внимание. Разве что тем, что только она некачественная среди качественных. Ну, в общем, я думаю, что фотография – это очень важно, а текст – это смотря какая у тебя аудитория. Если у тебя аудитория читающая, тогда, конечно же, текст очень важен. Если аудитория не читает твои текста, то многие выезжают просто за счет красивой картинки. Вот. Но я считаю, что все равно для того, чтобы нести определенную какую-то информативность, как говорится, к 2019-2020 году уже умрут те профили, которые просто о жизни, просто с фотографиями, останутся только какие-то профили celebrities, а от других начнут отписываться, потому что человек постепенно начинает уже выбирать информацию, ценную информацию, а не просто фотографии, подписываться на те аккаунты, которые могут ему эту информацию нести. Важно очень помнить, для чего вы делаете Инстаграм, какая цель. Опять же таки, если вы фотограф и красиво фотографируете, конечно, фото важно. А если вот у меня, например, подружка, она пишет книги, сказки, то у нее бывает в текстах и кусочки сказки, и анонсы, когда у нее встречи с читателями. Конечно, это важно. А если, например, какой-то парень там пишет компьютерную игру, к примеру, или наоборот, сейчас геймеров много, какую-то игру на прохождение, и он делится лайфхаками какими-то, слушайте, а вот тут классно так, а это так, то тут тоже, тут уже важен текст. Все зависит от того, какая ваша цель, что, на какую тему вы общаетесь с аудиторией. Главное не терять, это знаете, как пишете сочинение, завязка, раскрыть тему и подведение итогов. Так и Инстаграм, это как ваш личный канал, поэтому от того, какую вы цель преследуете, от того уже и расставляйте акценты. То ли на фото, то ли на видео, то ли на текст, то ли на общение с аудиторией, постоянно вопросы задавать. Ну, как бы так. Да, да. Чи є мінуси в популярності? Ну, конечно, минусы в популярности есть, потом ты должен как-то на улицах вести себя немножечко иначе. Но у меня такого нету, на самом деле. Я все равно, естественно, очень у себя в блоге, точно так же и на улице. Но я думаю, что однозначно минусы есть, если ты вот создаешь определенную идеальную картинку или идеальную картинку себя, там всегда накрашенная, вот такая вот идеальная, либо же идеальную картинку своей семьи, то потом ты, конечно же, на людях, на публике, если ты, конечно, не хочешь делать себе антирекламу, должен эту картинку поддерживать. Вот так, как сказала Карина, все равно, да, ты выстраиваешь образ какой-то, и ты уже не можешь стратить, но ты даже себя контролируешь, ну, не можешь сделать что-то такое, чтобы тебя там, например, очернило как-то. Тобто ваш секрет – це натуральність, бути такой, яка ти є в житті. Да, да. Ну, это не секрет, это так надо просто. Ну, все равно, вот у меня, например, у меня же веселый влог, а иногда тебе грустно. И вот я понимаю, что я себя уже контролирую, я не всегда могу поделиться чем-то грустным или и какой-то там негатив размещать. Ну, хотя я и в жизни там особо не негативлю. Ну, уже как-то так оно обязывает. Ну да, конечно. Дякую, дівчатка, мені дуже з вами сподобалось розмовляти. Та я впевнена, що я тепер буду змінювати свій інстаграм та хочу до вас потрапити на майстер-класи. Отлично. Бажаю вам завжди бути на хвилі популярності та свідомо підходити до цього заняття. Всіх цілую, па-па!